руки. А. Что на нем немножко неудачно, это шарик стоит. Да, за ручкой. Так это когда в горизонте летит. А когда с креном, то видно. В общем-то, 200 выше не было температуры. Да? Да, этот режим такой, 1,5 метра набор, скорость 100 в наборе. Стоит 200 же температура максимально. И то режим примерно имел. Немножко он, самое, по элеронам немножко чувствительность высоковатая. Высоковатая? По сравнению с теми самолетами, которые я... Эффективность больше, да? А, эффективность больше элерона, да. Может, размерность просто меньше. Может быть, но, ты, может быть ты, поэтому ты, это самое чувствуется, да. Она... А так, в общем-то, хорошее впечатление. Хороший аппарат. Такой самолет — это все равно, что иметь хорошую жену. Еще может лучше даже. Да, может быть и лучше. Лучше. О, блестяще. Стационарный. Обязательно. В общем, вы довольны этим показателем, да? Да. А это вы сами придумали, где-то видели? Надо патентовать, пока не будет. Вы придумали сами? Да. Опа, кран.
охран, положение крана 4 метра. Это старт вот я обеспечиваю. 4 форунка. Сейчас я дресселирую пальцем. Ну я вот шланг перегибаю. Я шланг подзажал, да. Внимание! Произвожу съемку на лонгплей. Произвожу съемку на лонгплей. А, вот зря ты выключил. Включи, пожалуйста, специально монитор. Там была картинка там. О, понимаешь, чтобы сравнить, что-то объективно можно было. Ну ладно. Так, теперь все равно не то, что сюда ушла. Съемка на лонгплей. Съемка на лонгплей. Внимание, съемка на нормальной скорости. Съемка на нормальной скорости. На нормальной скорости. Съемка на нормальной скорости. Ну, 2000 горит устойчиво нормально. 5200 максимально. Ну, 3500 нормально. Устойчиво 5000. Ну, 4750, 5400. Съемка на... Вторая поедет.
сейчас говорят где-то 50 тысяч. Чихонь — это рыба, которая сохранилась примерно так же, как вымерли динозавры. Еще что-нибудь сказать? Еще пару слов. Thank you.
свести этого летчика, садитесь. Давайте снизим сначала. А теперь брать надо. Потом можно будет сосед может поговорить. Торможение. Что такое? Там уже. То есть у нас больше здесь расставлено. На счет вас, я думаю, что просто. И еще по полосе. Это не очень хорошая полоса. Мы посмотрели. Вот это хорошо. Вот это по дороге. Ветра нету. И вот там диагонально. Лучше было бы сделать поты. Там вот будет. Так вот она идет. Да. Я очень хорошо с кабиной зажигание. У нас две системы зажигания. Запускаем. Он оттуда, то есть, Система запускается, прогреваем до 90 градусов. После этого включаем АЗС. АЗС аккумулятор. Обороты. Значит, обороты вот это. Работает? Ну, до 3500, в общем-то, это не характерное показание. Потому что у него 5000, они как раз между потом установлены. Дело в том, что он запускается иногда, когда пакет топлива. Руление хорошее, дорога туда хорошая, можно. В общем, сразу и на дорогу. Да, вот поэтому по грунтовой выруливаем до пересечения.
подвесить. Так, в общем, никаких нет нежелательных. Не ведет. Очень ровненько, да, достаточно сильно. Пока что это вроде по земле. По двигателю где-то температура порядка 120-130 градусов. Разгонялся до какой находится? Ну, 80 я подержал, там некуда бежать. Чувствуется? Да, запас есть. Запас есть. Потому что пока у земли он тяжело бежит, но только из-за неровности, из-за плохого. Так, ну что, значит, полет по кругу, да? Да. Хорошо. Значит, посмотреть только колеса. В основном колеса. Ага. Так, да, так открылся. А, там, да, и педали у нас вот такие вот. Да, да, иногда по привычке суем всю ногу, а она неэффективная. Позиционная. В другом месте на большой я могу открывать на тушке. Там все потоки пушки спускать редко открывают. Так, это самое. Отойдите, пожалуйста, от самолета. Отойдите. И не облокачивайтесь. Ну, сколько можно же говорить? Парень, отойдите. Значит, еще раз. Выполнен первый вылет. Скорость отрыва уточняется в процессе подлета. После отрыва разгон. На высоте 5-1,5 метра до скорости ветра борта 90 км в час. На этой скорости произвести набор до высоты 50 метров. Полет по кругу на высоте 250 метров. 90-90 метров. Пожалуйста, не отпустите. Ни в коем случае нельзя отрывать сейчас. Я тут про что говорю, что колея колеей. Ну, вот там, по-моему, дорога просто. Там же полоса нормальная. Вот где сейчас взлетали ребята? Я пишу, если ты не знаешь. Потерпи, потому что готов. Не так качественно. Бегом! Разворот. Он начал терять потихонечку тягу, я сразу развернулся и уже понял, что надо сам садиться. Вот на развороте я тоже. Да, 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 да. Вот на развороте я смотрю, он потихоньку теряет тягу по этому самому. Перегрев, по-моему. Вы летели на частичном. А? На частичном дросселе, конечно, да? Полностью? Полностью. На развороте, на полном дросселе, да? Полностью, аж куда дальше некуда. Видно, что он, так сказать, терял мощность. Нам показалось, что тяжело идет. Такое впечатление, что тяжело идет. Ну, отсюда. Надо было еще поршень для истории снять.
Всем! Всем!